Задержанные во Франции женщины, причастные к убийству двух полицейских и священников Сент-Этьен-Дю-Рувере. Подозреваемых схватили в столичном регионе днем. Момент задержания попал на видео. По данным спецслужб, три женщины планировали устроить атаки на вокзалах в ближайшее время. При задержании они активно сопротивлялись. Одна из подозреваемых отбивалась от полицейского ножом и ранила его. Министр внутренних дел сообщил, что злоумышленницам от 19 до 39 лет, это религиозные фанатки, операцию по их задержанию начали, когда у собора Парижской Богоматери обнаружили подозрительный автомобиль. В его багажнике были газовые баллоны. Одна из женщин оказалась дочерью владельца машины.